Национальная идея, естественно, она нужна в любом обществе во все времена, но сейчас национальная идея, сейчас на самом деле вот в данный момент такой определенный всплеск патриотизма, связанный, во-первых, там большие победы у нас спортивные в этом году, Олимпиада, хоккей, присоединение Крыма, да, но, к сожалению, эти победы, они не ведут к благосостоянию, процветанию страны в целом, да, ну победили Олимпиаду, да, очень хорошо. Поэтому, мне кажется, вот такой патриотизм, он, безусловно, он очень важен, но надо бороться за свое благосостояние, для этого надо просто вкалывать. Мне кажется, в этом основная должна быть задача, да, чтобы научиться работать эффективно, эффективно управлять, ну, тем, кто этим занимается, управлением, да. А еще очень немаловажный такой момент в достижении всего этого, это на самом деле постараться победить коррупцию, взятки, то есть это то, что препятствует сейчас реальному, да, вот, росту как экономическому, так и вообще нашему процветанию, благосостоянию.